Начнем с простого. Кто является плательщиком налога на недвижимость? Ответ прост. Физические лица, имеющие в собственности жилые дома и помещения, садовые домики, дачи, надворные постройки, гаражи, иные здания и строения, в том числе с незавершенным строительством. Объектом обложения налогом на недвижимость является стоимость принадлежащих физическим лицам зданий и строений. А вот уплачивать этот налог обязаны те граждане, которые имеют в собственности две и более квартиры, либо обладающие долей в праве собственности на квартиру. Здесь можно поставить восклицательный знак. В 2016 году в налоговом законодательстве произошли изменения. Годовая ставка налога на недвижимость для физических лиц установлена в размере 0,1%. С января 2016 года для физических лиц, которые в собственности имеют два и более жилых помещения в многоквартирных жилых домах, ставка увеличена в два раза, что составляет 0,2%. Законодательством предусмотрен ряд льгот при исчислении и уплате налога на недвижимость. Этим правом могут воспользоваться военнослужащие, срочные службы, участники войны, члены многодетных семей и других категорий граждан. Однако необходимо помнить, для того, чтобы воспользоваться льготой по уплате налога на недвижимость, в налоговый орган необходимо предоставить соответствующий документ, подтверждающий право лица на льготу. Пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида или участника войны, удостоверение многодетной семьи, выписку из военкомата. Уплату налогов можно произвести любым удобным способом для плательщиков. Путем внесения наличных денежных средств через отделение банков, почтовой связи, а также налоговых органах. Кроме того, можно произвести уплату и безналичным путем. Это через инфокиоски, банкоматы и платежные терминалы. Обладать собственным жильем – заветная мечта и право каждого человека. Однако необходимо помнить, что владение недвижимым имуществом возлагает на ее обладателей определенные обязанности, одна из которых определена налоговым кодексом. Совет от специалистов налоговых служб достаточно прост. В целях равномерного распределения семейного бюджета причитающиеся платежи можно уплатить заблаговременно, поэтапно, частями.